работать. Уже мы с ней сегодня вечером едем в Киев на конференцию по, кстати говоря, как будет телевидение государственное и коммунальное становиться общественным. Это я к тому, что если кто-то из депутатов все еще испытывает какие-то глупые мысли по поводу того, что они здесь что-то представляют, пусть расстанутся с этой иллюзией. Их здесь не было, нет и не надо.